когда-то во Франции, в городке Безансон. Жил скромный парень Пьер Джозеф Прудон. Он был анархист, он был радикал, на правящий класс он смотрел свысока. Он сомневался часто, он ошибался не раз, преодолевал упрямый свой нрав. Он сомневался часто, преодолевал упрямый свой нрав, но в этом одном неизменном он был все-таки прав. Как бы ни звали чиновника, будь он хоть Джон, хоть Иван, найти ли другого виновника, какой в мире бы не был изъян. Когда не жил бы чиновник, в былые века или вновь, найти ли другого виновника, когда там или здесь льется кровь. Чем больше законов и ограничений, тем больше бандитов, воров и мошенников. Чем больше законов и ограничений, тем больше бандитов, воров и мошенников. Чем больше законов и ограничений, тем больше бандитов, воров и мошенников. Он был анархист, он был радикал. Он на братву уже в юные годы смотрел свысока. Он сомневался часто и ошибался не раз, преодолевал упрямый свой нрав. Он сомневался часто, преодолевал упрямый свой нрав, но в этом одном неизменно он был все-таки прав. Где ни жил бы чиновник, в Лондоне или в Дахе, спросите его, он вам скажет, почему мира нет на земле. Он скажет правду, он не соврет, если интерпретировать наоборот. Может спросить с бриллиантом кольцо, это чистое, честное, должностное лицо. Чем больше законов и ограничений, тем больше бандитов, воров и мошенников. Чем больше законов и ограничений, тем больше бандитов, воров и мошенников. Чем больше законов и ограничений, тем больше бандитов, воров и мошенников.